В России могут вырасти тарифы на воду. Таким образом, правительство планирует найти финансирование на экологические проекты по поручению первого вице-премьера Антона Силуанова. На реализацию программ требуется около 800 миллиардов рублей. В том случае, если будет утвержден тарифный источник, цены на воду вырастут на 1,5%. Набережные Челны остаются в красной зоне по темпам ввода в эксплуатацию жилья. На сегодня не сдано даже половины годового плана. По сообщению портала «Челныбиз» из 45 муниципальных образований Татарстана, Автоград занимает 38-ю строчку. В аутсайдерах также находятся Елабуга, Нижнекамск, Казань и Альметьевск. До сентября власти Татарстана надеются получить программы обучения школьников родному языку. Переговоры о сохранении татарского языка в школах, как государственного, также продолжаются. Прошлогодние механизмы обучения остались прежними. Родной язык остается обязательным предметом. Родители учеников пишут заявление о выборе языка. Бюджет акции «Помоги собраться в школу» превысил 8 миллионов рублей. Об этом на брифинге сообщила зам-премьер-министра республики Лейла Фазлеева. В Татарстане в акции принимают участие более 200 организаций. Собранные в рамках кампании средства выделяют не только для первоклассников, но и для учеников со 2 по 11 класс. В субботу, 25 августа, в Набережных Челнах пройдет 11-й профессиональный конкурс водителей магистральных автопоездов на Кубок мэра. Соревнования принесут не только массу впечатлений для зрителей, но и ряд трудностей для автомобилистов. Так, с 9 до 16.30 будет ограничено движение на проспекте Хасана Туфана, на участке от Чулман до улицы Раскольникова и далее по Раскольникова до Раиса Беляева.